Друзья, всем привет! С вами опять Антон, и мы опять же в нашем офисе в центре Варшавы. К нам в гости приехал Азамат. Скажи, пожалуйста, ты откуда приехал? Я приехал с города Алматы, Алматы. С Казахстана. А долго приглашение ждал? Приглашение я ждал в течение месяца-полтора. Визу достаточно быстро, в течение недели или 10 дней. Я планирую поехать в город Млава и буду работать сортировщиком продуктов. Я буду сортировать овощи, я как понял. Я думаю, это достаточно легкая работа. Ну и, в принципе, меня только заинтересовала ставка, наверное. Да? Здорово. Договор сейчас с тобой подпишем, правильно? Договор у нас, приглашение у тебя есть. Песель мы уже тебе с тобой недавно открыли. Номер счета в банке мы уже с тобой тоже открыли. Куда тебе будут пересчитать зарплату. Я расскажу немножко про Песель. Ребята, Песель – это идентификационный номер, без которого вам, в принципе, в Польше не обойтись, потому что, чтобы открыть счет в банке, чтобы получить какую-то медицинскую поддержку, да, в принципе, чтобы зарегистрироваться на велосипед взять на прокат, вам тоже нужен Песель. Так что, в принципе, если вы переезжаете в Варшаву или в другой город Польши, то вы должны понимать, что первым делом с паспортом вы должны идти в местный ужонт и открыть песен. Так, ну давай тогда сейчас мы с тобой подпишем договор и уже передадим в руки представителя компании, где ты будешь работать, и приступим к делам. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на перспективу? Ну, для начала я хочу сперва поработать, посмотреть, как в Польше, но в целом, как уже освоюсь, я думаю, купить себе машину, и в целом хотел бы попробовать поехать в Венгрию. Венгрию, да? Хотел бы, да, увидеть город Будапешт. Здорово. Сил много, энергии много, желаний много. Да, в принципе, только начинаем, так что да, я бы сказал. Здорово. Да. Ну, я не сомневаюсь, что, судя по твоей энергии, у тебя все получится. А чего Спасибо. Я тебе желаю? Если не попробовав, не узнаешь, то можно сперва поехать, посмотреть и узнать, каково это самому. Надо прочувствовать. Здорово, я с тобой абсолютно согласен. И надеюсь, что в скором времени я поеду в Венгрию и случайно на одной из знаменитой площадей мы с тобой встретимся, и ты расскажешь, как у тебя дела. Да, конечно. Да. Все, я Азамат, я желаю тебе успехов.